Привет всем, дорогие друзья, с вами Винди. И сегодня мы поиграем на этом вот поле боя под названием Два пика. Будем играть мы уже на 87 уровне, я поднялся до 87 уровня недавно. И надеюсь, это будет интересно, надеюсь, вам понравится. Кстати, смотрите, какая-то симпатичная карта внизу. Мне нравится. Итак, пойдем мы, наверное, в середину, да. И там мы встретим, как обычно, как и ожидаемо, толпу противников. Ну, это обычное начало боя на этом поле боя. Извините за мой французский. И, в общем, мы там чуть-чуть половим люлей. А потом, наверное, пойдем за флагом. Или сразу пошли за флагом. Как думаете? Вас чуть времени подумать. Пойдем за флагом. Какой-то добрый ДК кинул баф на то, чтобы мы пробежали по воде. Аки не буду говорить кто, но... Мы встретили по пути паладина, и ему ужасно не повезло. Извини, парень, но тебе не повезло. Также я подготовил несколько макросов, которые упрощают мне немного игру, но я не привык ими пользоваться. Поэтому пользоваться я ими, может, и не буду. Что ты сотворил? Кого ты вызвал? Зачем тебе дракончик? Чем он тебе поможет? Ничем он тебе не поможет, дорогой друг. Похоже, ты профу прокачал какую-то, верно? Давайте я использую хоть какой-нибудь щит, чтобы хоть совсем лохом не показаться. С двумя магами... маг и приз. Это будет тяжело, я вам говорю. Я просто... и ДК. Ладно, оставим этот ДК, а сами сдохнем. Как я говорил, я забыл использовать макросы. Надо было, наверное, перейти в деф-стойку, это снизило бы урон по мне, и заюзать пару раз отражение заклинаний. Но, к сожалению, я все еще не привык еще играть в World of Warcraft, который мы, кстати, с вами смотрим, если кто это еще не догадался. Если кто-то еще вдруг не догадался. Тут идет бой за наш флаг. За наш же флаг? Или за их? За наш. И, конечно, мы поможем нашим друзьям. И все. Ну, этот бой был довольно прост, потому что у нас было 11 их один. Этот вид боя мой любимый. Когда у противника нет даже шанса победить. Ну, в общем, как обычно. Лучше вместо того, чтобы бегать с толпой, мы пойдем вот к этому магу, одиноко гордо стоящему в середине и ожидающими нас. Похоже, вместе с ним нас ждал еще какой-то тип. Нет. Оп. Еще? Оп. Я отбил, похоже, какой-то важный скилл, судя по тому, что у этого скилла был довольно долгий каст. Ну, относительно. Давайте его застанем, наверное. Ему что-то пофигу на стан вообще. Все, в принципе. Нет. Нет, смотрите, что творит. Он вышел еще из этого. И, собственно, от своей же фростбомбы сдох. Которую я отбил заблаговременно. Или этот маг поставил? Маг. Ради тебя я ударю прыткого сурка. Кто его убил? Враг сзади. Нам с тылу попробовали подойти, но не тут-то было. Кирганка заметил противника и отправился в погоню. Это был ДК. Со мной 89-й. Нет, 89-й сам разберется, мы пойдем искать другую цель. Другая цель. О, там борется за флаг. Пойдемте за флагом. Там должна быть кровавая битва за этот самый флаг. Лисиня. Ювелдай Лисиня. Все, флаг вернули. Да, вернули. Все замечательно. Полечимся на этом бездарном парне. Извини. Весь мир гроб. Какой суровый ник. Весь мир. Что за... Че зависло, эй? Эй! Атас. Во, отвис. Не знаю, видели ли вы этот подвесон, но он был довольно долгим. И что за магия? Зачем? Ты его приручили, да? Зачем? Я ведь мог вот так сделать с самого начала. Там какой-то злобный друид пытается нас убить, но не тут-то, опять же, было. Подлетел я и, собственно, показал ему все, чего он и я стоим. Нет, он молодец, хорошо перехиливается. И по мне стреляют. Мне это очень не нравится. Лучше поставим щитика и переключимся на этого самого мага.
Ну что ты будешь делать? Ага, мне предельно ясно, что ты будешь делать. Смотри, что я сейчас говорю. А, нет, я не успел. Я протормаживаю чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй. Опа! Апа-ра-па-па-па-па-па-па-па-па. И проюзаем буст. Tons of Damage ждет тебя, мой дорогой друг. Он сейчас сляжет. Отлично. О, меня хилят, у меня есть карманный хил, как мило. А тот парень куда-то убежал. Эй. Воу. Спасибо большое. Ага, тут воин и его карманный хил. Ну давайте убьем воина и займемся карманным хилом. Об него полечимся. Этот друид уже против троих-то ничего не сделает, я думаю. Особенно с молчанкой, висящей на нем. Все, как я и думал. Перелетаем на этого мага. Кидаем стан на всю толпу. Вот это поворот! Он еще и тпхнулся. Он еще и тпхаться умеет, черт возьми. Да он реал про имба супер ганста. Оу, на меня что-то влетело много народу. Меня это не радует. Я лучше сделаю вот так вот. И вот так вот. И все. И буду таков. Оу. А! Это был мой последний «А», который я издал до смерти. Фух. Мне это нравится. У нас один флаг, у них пока что ноль. Мы ведем, как вы видите. У меня на часах, ой, я спалю свое время. Оу, что за ошибка? Неважно. Погнали за флагом. Надо взять флаг. И этим займусь я. Что за грифон? Я хочу грифона. Я видел, как некоторые ребята летают на грифоне. Где мне взять грифона? Это клево. Ой, не грифон, а гиппогриф. Гиппогриф. Ночной эльфийский гиппогриф. Кому-то, парня, что-то не нравится в чате. Ну, это не мудрено. Всегда кому-то что-то не нравится в чате. Неужели никто не охраняет флаг? Неужели нету никого? Я только подумал, я что-то давно не встречал никаких рок. Крайне давно не встречал никаких рок-разбойников. Это ужасно. Популяция разбойников истекает на глазах. Знаете, я какую вот фишку... А, нет, не могу. Я не могу сделать её. Нет, тоже не могу. Зато смотрите, что я... Чёрт, что я могу. Нет, я и этого тоже не могу. Оу-оу. Эти... Пацаны, кто-нибудь заберите у меня флаг. Ради бога, заберите у меня флаг. Я не хочу умирать, я хочу жить. Я хочу жить. Вот тебе гостинчик. И погнали дальше. Сокол. Собака по имени Сокол. Сурово, сурово. Ничего не попишешь. Где? Где на флаг? Что забирай на флаг? Ну у нас-то флаг все равно рано или поздно заберут. И лучше мы заберем у них флаг до того, как они сделают это с нами. Еще может пульнешь по мне? Эх ты. Слабак. У-бом. А, это что такое? Весь мир. У меня пытаются забрать флаг. Мне это не нравится. А-а-а. У них-то может получиться. Ну, помогите кто-нибудь мне. А, мне помогает хил. Спасибо. А еще кто-нибудь, кроме этого хила, может мне помочь? Там, убить этого парня, я не знаю. Ну, как вариант это. Все как вариант. А! На меня напал монах. Я монахов не отличаю от воинов, потому... Спасибо. Следующий. Я, пожалуй, переключусь. А-а-а! Самое время, вот он мой макрос, собственно. И теперь мы можем, в принципе, продолжать драться в деф-стойке. При этом снижая получаемый урон по себе аж на 25%, но это будет очень затратно по ярости. Зато убить нас еще тяжелее, чем было раньше. Монахами я не дрался вовсе. Поэтому что они умеют, я пока что не знаю, даже предположить не могу. Ну как, уже могу. Возвращаемся в нормальную стойку и погнали дальше. Убили.
Ну все, пазл у них разваливается, и мы по одному сваливаем всю их толпу. И кстати, что-то я провагонил, потому что мы уже давно забрали у них флаг, а я все еще стою и воюю. Мне норм. Мне норм и с флагом на себе. Может быть, было бы логично отдать кому-нибудь этот флаг? Ну ладно, не важно. Перепрыгнуть. Фух. Эй, никто не собирается мне помогать, нет? Ну ладно. Окей. Тогда мы разоружим. А хотя вряд ли монаху чем-то помешает разоружение уже. Ну, монах. Он руками фигачит всех, как кунг-фу мастер. Где враг? I wanna see some enemy and crush this face. Где он? А, я не могу не сесть на коня. Привычка. Уии, все за мной бегают, все за мной бегают. Как я люблю, когда все за мной бегают. Вон, флаг. Вы его сами заберете, нет? Или вы сильно... Ну ладно, я погнал вам. Вам помощь по-любому, всяко не помешает. И стан по нему не заработает, потому что он использовал ярость холода или что-то такое. А мы используем вот так вот. Мы используем весь буст и вольем в него весь урон, что мы можем. И это просто Tons of Damage. Tons of Damage, который он убил меня. Какого? Чёрта. У них наш флаг. Эй, у него было чуть-чуть жизней. Я... Нуб. Я сраный нуб. Я забыл про то, что нужно юзать в стойку, когда на тебя налетает много противников. Прошу меня прощения, прошу понять, простить. О, их к ним на базу отпустить. Ехать, да я стихоплёт. 9 минут осталось, если мы продержимся 9 минут, то мы выиграем. Давай же, коняшка, точнее, волчара. Волчара. Побежали. Со мной Бельзевул. По имени Бельзевул и по профессии рыцарь смерти. Ну как, по профессии, по классу. Но это его призвание, я думаю, он хороший ДК, я думаю. По крайней мере, я на это надеюсь. Цитадель Кромового Грома, здесь мы встретим. Нет, похоже, мы никого не встретим, да? Да, мы никого не встретим. А, встретим. Генераль. Которому глубоко по барабану на то, что происходит вокруг него. То, что его флаг забрали у него из-под носа. Ну, типичный генераль. Погнали. Хил. Это хил? Хил с флагом? Окей. Меня уже ничего не удивляет. Мне не нравится только, что на стойке сделали КД. Таким образом, я не могу делать активный такой прыжок между стойками, то есть вот бум, и все, и я не могу вернуться в свою боевую стойку еще 3 секунды, только потом смогу вернуться. Это очень неприятно для стенс-дэнса воинов, но взамен у нас, похоже, усилена сама по себе стойка, и меня очень радует, напротив, радует то, что эта стойка теперь похожа реально на оборонительную. Ну, 25% считай ни за что, это очень круто, мне кажется. Может быть, у других классов есть что-то поклевее, чем это, но мне нравится. Хотя раньше было 10 снижение урона всегда. А нет, 5 снижение урона всегда и 10 снижение урона в стойке защитной. То есть все равно от этого нифиговый профит. Четверть урона сбрасывается, если вместе с этим использовать оборонительную что-то там. Глухую оборону, это еще минус 40%. И еще использовать там что-то еще. Еще вместе с этим использовать боль насмерть. Да я могу стать танком на некоторое время. Нифиговым таким. Неубиваемым. Это мне поможет, я думаю, очень неплохо восстановить жизнь благодаря моей пассивке. Да что такое? Эти долгие иммун к станам. Просто жуть. Замедлим его и остановим. И снизим урон, и сделаем все на свете. Используем даже. Даже используем. Используем наш буст, он нифига не помог, но мы его убили. Вернуть флаг, вернули флаг. Ну и все, и продолжим. Мы вернули наш флаг и получили уже 2 флага. Вряд ли это помогло то, что я использовал буст. Я его просто проюзал бесполезно. Но ладно. Там все равно у меня безрассудство, по-моему, на КД и флаг тоже на КД. Все на КД.
Зато Гурта помогла. Ай! Тупой эфир, ты спас меня от падения. Я даже не знаю, тупой ты или молодец. Интересно, а можно этого парня в фир пустить? Да, его можно в фир пустить. Круто. Я вышел из фира тринкой. Это, черт возьми, неправильно. Никогда, будучи варом, не выходите из фира тринкой. Почему? Потому что у вас есть такая замечательная способность, под названием Ярость Берсерка. Она, во-первых, дает вам чуть-чуть ярости. Во-вторых, я возьму флаг. В-третьих, она освобождает вас от всех фиров, параличей и тому подобной фиготни. И в-четвертых, недавно добавленное нововведение, она также и увеличивает наносимый вами урон на 6 секунд на 10%. То есть, это вообще нифиговый бурс такой получается. Используем безрассудство, крик, который также увеличивает урон на 10%, ну, силу атаки. Ярость Берсерка, который также увеличивает урон. Спокойное спокойствие. Ну, в общем, ладно. Я отдельно потом сделаю выпуск по всем настройкам для вара. Как правильно сделать макросы, как правильно сделать аддоны, вы что, бьете клона, вы что, с ума сошли, ребята? Хорошо, что мне чарж не запретили делать с этим флагом. А вот о чем я и говорил, собственно. А фир ему можно дать, или мне показалось? Иди в фир. Да, можно. Круто. Но нам пока что это ни к чему, потому что его сразу же сбили. Мы в пулу боя, и нам, в принципе, неплохо. И тут. Если на нас резко начнут переключаться, мы уйдем в... О, май гуднес. Мы перейдем в деф-стойку. Это даст нам немного защиты. Динамичность воина только повышается, мне кажется. Только сильно-сильно повышается. И меня это радует. Теперь, если на нас напали... У нас есть пара сейвов. Раньше сейвов было крайне мало. Ну как? Сейв был один. Ускакать от противника при помощи чарта. Теперь же... Ну еще была глухая оборона, но ее можно было разоружением сбить. Можно было еще там всячески сбить. Ну в общем, ничего хорошего она не давала, если противник умеющий. На меня там уже негодуют, что я флагер и дерусь. Окей, ухожу. Так, о чем я говорил? А, да. А теперь у нас есть такой выбор. Мы можем использовать знамя, сделать к нему чарж и прыжок. Таким образом мы очень далеко от противника убежим. Мы можем уйти в деф-стойку, которая уже даже разоружение им не снижишь от нее, понижение урона, и использовать глухую оборону, и использовать само по себе деморализующее знамя, которое также снижает урон наносимым противниками на 10%, и использовать удар грома, который также снижает урон. И таким образом мы получим такой нифиговый, я вам скажу честно, деф. Очень хороший деф, очень хорошая выживаемость. Главное, не забывать всех использовать. Что такое? Мы забрали флаг? Какого черта я сюда пришел? Уходим отсюда. А если еще вставить символ на глухую оборону, так это вообще шикос будет. Где он? Где он, где он, где он? Ну, я думаю, вы все его знаете. Спасибо. Я думаю, вы все его знаете. Вот он. Увеличивается время восстановления, но снижается урон. Так как время восстановления у нее и так офигительный такой. Офигительное, пардон. 5 минут. То 5 минут, 7 минут. Небольшая, на мой взгляд, разница. Может быть, я и не прав, но я верю, что это не такая большая разница. Не отдам. Отдай. Хрен тебе. Я лучше сделаю чарж. Так, о чем я говорил? И прыжок. Так вот, это, мне кажется, не очень большая разница. Зато... дает дополнительную защиту. А это всегда хорошо. Купе все это дает почти 90% снижения урона. При этом снижение урона не только физического, но и всего. А если физический урон, то это еще и щит и броня входит в как бы в расчет. Так это вообще получается офигительно. Вау, искусственная такая большая. Не знал. И вот, собственно, последний шаг. Сделаем его задом. Пам-пам-пам. И какое по месту на уроне? О, маленький. Какой-то Бельзевул. О, Бельзевул. Наш старый добрый друг. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новое видео, если вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, конечно же. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Ставьте пальцы вниз, если вам не понравилось. И пишите комментарии. Всем пока-пока. Удачи.